два. Итак, поехали. Сколько тебе лет? Мне 12. Мне 12 лет. Настя, ты принимаешь посылки или письма? Да, я принимаю посылки или письма. Если ты хочешь написать или отправить мне посылку, обязательно пиши. Адрес будет в описании под видео. Ну и, в общем-то, я планирую даже снять видео с вашими посылками и письмами. И обязательно выберу самое интересное и отвечу на него. Поехали дальше. Ты очень в начале видео похожа на Нюшу из Смешариков. Или на Нюшу певицу. Если на Нюшу певицу, то спасибо. А если на Нюшу из Смешариков, то точнее толстая. Есть у тебя парень? Нет. Настя, снимай видео, роль бабушки. Бабушка. Че, правда нравится бабушка? Всем нравится бабушка. У тебя дома весело, зоопарк. Та-та-да-да. У меня всего одна кошка. Знаешь ли ты Егора Крида? Да, знаю. Но не лично. Настя, какой твой родной город? Я живу в Красногорске. Какой твой любимый друг? Какой твой любимый друг? Мой любимый друг — это Ксюша Долгова. Настя, в каком ты классе? Я в 6-м Б-классе. Сколько Вове лет? Вове 4 года. Настя, когда-нибудь была в Эстонии? Нет, никогда. Какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет изумрудный и все оттенки зеленые. Мой любимый фильм — это несколько фильмов. Это «Дивергент», это «Бегущий в лабиринте» и это «Голодные игры». Сколько ты учишься в музыкальной школе? Я учусь в музыкальной школе уже 3 года и мне осталось всего 2. Да, мне осталось всего 2. Настя, ты снимаешься в студии первый проект после школы или в выходные дни? Обычно я снимаюсь в выходные по субботам. И очень редко бывают дни, когда я езжу после школы. Так, Маша твоя мама? Нет. Конечно же, Маша классная, веселая, позитивная и очень красивая, но моя мама Лена. Так, а какой ты любишь канал? Я люблю канал Ивангая. Настя, в какие компьютерные игры ты играешь? Суперкорову! В каком году ты пошел на первый проект? На первом проекте я снимаюсь полгода. Настя, какой твой любимый мульт? Gravity Falls. У тебя есть награды за пение? Да. Ты пользуешься косметикой? Нет. Я не пользуюсь косметикой, хотя я даже часто выступаю. Я не крашусь. Где бы ты хотела побывать, если бы была где? Страна. Я люблю теплые страны. Я бы, наверное, хотела побывать в Бразилии, в Японии, возможно, во Вьетнаме. И обязательно съездить в Мексику. Слетать. Какой принцессой Диснея ты хочешь стать? Я хочу стать Фионой, потому что она зеленая. Зеленый мой любимый цвет. Поучаствовала ли ты в каких-нибудь конкурсах? Если да, то в каких? Ну, я занимаюсь вокалом, поэтому я участвую в вокальных конкурсах. Ты была в Лондоне? Нет, я не была. Если нет, то хочешь. Да, хочу, конечно. Как зовут твоих родственников? Зачем тебе это? Любишь ли ты спорт? Да, я люблю спорт. Да, я люблю спорт. Настя, нравится ли тебе сниматься в студии первый проект? Это безусловно, да, потому что все время на съемочной площадке у нас стоит веселая атмосфера, постоянно какие-то шутки, и мы смеемся, и мне это очень нравится. Ты любишь гулять на свежем воздухе? Когда теплая погода, да. Какие или какой фрукт ты любишь и овощ? Фрукт я люблю — апельсин, а овощ я люблю — свеклу. Как относятся твои родители к тому, что ты видеоблогер? Мама придумывает идеи, помогает в монтаже видео, а папа смотрит мой канал и ставит лайки. Ты богатая? Если считать в духовном плане, то я считаю, что да. А если в материальном, то средней обеспеченности. Но духовное богатство важнее, чем материальное. Настя, ты любишь кушать сладенькое с Вовой? Конечно, люблю. Обожаю. Так, у тебя есть кошка? У тебя есть кошка? Муся! Вот она, моя девочка. Иди к маме на дудочке. Сю-сю-сю-сю-сю. Когда у тебя день рождения? 7 июля. Июля. 7 июля. Какая твоя мечта? Остановить время. Не важно, для каких целей. Сири, передай привет моим подписчикам. Скажи привет. Привет. Да, она сказала вам привет. И какая мечта Вовина? Боже, у Вовы такая мечта. Он, короче, он любит акул, и у него мечта о огромный корабль создать железный, сделать железные сети, засунуть их в море и поймать акулу, белую акулу, и изучать ее. Какая твоя мечта? Я хочу со всем классом попасть на необитаемый остров, только с едой, водой там. Настя, что ты хочешь на день рождения? Я хочу собаку, но собаку у нас уже есть, так что собака мне не светит. И я хочу купон на 15 тысяч рублей, можно на 30, я не против. И сходить по магазинам!
Все отличницы в школе. У меня нет отличницы в школе. Я хорошистка. Я учусь без троек. Когда у Вовы день рождения? 28 октября. В каком приложении ты монтируешь? Sony Vegas 13. Ты будешь еще проводить с нами игры в группе? Да, я обязательно буду проводить с вами игры в группе, потому что мне очень нравится с вами играть. Как ты проводишь время? Это выглядит так. Да. Что ты хочешь на Новый год? Я хочу на Новый год, снежный скейт. И кататься на нем с гор. Сноуборд. Как ты относишься к тем людям, которые говорят про тебя плохое? Я не коплю в себе негатив и не обращаю на это внимания.